Всем привет и чудесного дня. Мы снова на зимней рыбалке озера Балхаш. 19 января, Крещение. Всех с праздником. Вот такой вот чудесный сегодня денек. После нашей первой рыбалки здесь выпал снег небольшой, как искрится на солнце. Вот какая красота, прелесть просто. Такой легкий морозец. Вот. Нам сказали, что вчера-позавчера был хороший клев. Предыдущие рыбаки леща выловили много. Вот судака хорошего поймали. Ну, посмотрим, как удача улыбнется нам в этот раз. Хорошего нам улова и чудесного дня и вечера. Вот, выбрали себе место. От того места, где у нас стоит машина, где-то километра полтора по озеру. Тут ловят рыбку до острова. Будем ставить палатку. Вот, всем привет. Второй день рыбалки. Время 6:45. Идем к своей палатке. Ночь мы отдыхали в гостинице. Вот, сейчас идем к своей палатке. Вечера установили жерлицы. Посмотрим за ночь, какой был улов. Ну и удачи нам. Прибыли на место нашей дислокации. Вот тут наша жерлица стоит, сработала. Какой воздух морозный, свежий. Минус 16. Прелесть. И где-то здесь еще было. Вот тут вот жерлица еще стоит. И так, не сработано, но будем проверять. Тихо. В палатке вот такая вот у нас история. Лунки позамерзали. Это улов у нас вчерашний. То, что мы вечером успели подналовить в облачке. Прекрасно. Вот мы возле острова. Вот такие трещины на Балхаше, лопается лед. Морозно. Следы лисички. Где-то, наверное, на острове обитает. Такой. О, бля.
Вот она, красавица. День третий. Озеро Балхаш, рыбалка. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Сами бегут сами. Ой, заносит гололед. Вот такой чудесный денек намечается у нас. Чудесного утра. Время около 7 часов утра. Мы идем на свое место дислокации нашей палаточки. Легкий морозец в пределах 16 градусов.
Вот и закончилось наше маленькое путешествие в 465 километров по трассе Алматы-Екатеринбург в гостинице «Странник» на побережье озера Балхаш. Вот такой наш улов. Я считаю, что это неплохой улов. Вот такая воблочка. Вот. Вот такого судачка мы поймали на жерлице. Вот. Ну, нам достаточно посолить, закоптить, пожарить кискам, курочкам. Всем хватит. Вот. Здесь она у нас замерзла немножко. Вот такая вот чудесная воблочка. Возле поселка Кашкатенис очень приветливые люди, хороший рыбнадзор. Алия, спасибо ей за хорошую рыбалку, которая помогает всем рыбакам. Ездят, прикармливают луночки, чтобы рыбак просто не приехал и не уехал с пустыми руками. Вот. Приятные были соседи со Сыкуля, привет им, если смотрят наше видео. Вот. Еще были люди, все добрые, все спокойные, доброжелательные. Всем привет. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И до новых встреч на нашем канале. Ну и не только рыбалка. И наше домашнее подворье. Всем пока и чудесного дня!